Работы представлены ребят с особенностями развития здоровья. Но как бы ребята профессионально пишут уже. И вы даже не поймете, которая же работа написана человеком с особенностями здоровья или же здоровым художником. Потому что в творчестве нет такого понятия, как человек с особенностями здоровья или человек здоровый. В общем-то, все это объединено просто творчеством. Человек творит, показывает красоту мира, красоту восприятия мира. Творчество, оно без границ. Да. Сейчас я предоставлю слово президенту Санкт-Петербургской организации «Коляски без барьеров» Юлии Викторовне Ингарной. Я тогда рядом с Танечкой, да, то есть, наверное, в самом начале хочу сказать большое спасибо за такой теплый прием, за то, что нас сегодня здесь так много, за то, что мы вместе. Даже то, как вот мы сейчас организовали свое пространство, мы встали все в круг, да, то есть это как раз-таки показывает о том, что, круг – это тоже символ, в котором нет ограничений, есть свобода, да, то есть есть то самое общение. И сегодня мы с вами собрались по прекрасному поводу, как раз-таки объединили нас творческие люди из двух разных городов, которые как раз-таки, да, через свое творчество несут то душевное тепло, тот свет, который есть внутри них. И вы знаете, вот наша выставка начала работать уже, получается, с 19-го года. И что говорят сами художники? Они говорят, что у художника нет инвалидности. Художник не может быть с особенностями физического развития. Да? Художник, он либо художник, либо нет. И поэтому вот это вот умение донести, да, через холст, донести свое отношение к миру. И, как правило, посмотрите, вот что мне нравится на этой выставке. Девочки ее вчера монтировали весь день. Я ее тоже, так же, как и вы, увидела, собственно говоря, вот сегодня, вот в законченном же формате, именно сегодня. Они все радостные, они все светлые, позитивные. В них очень много именно вот этой вот энергии творчества, энергии добра, энергии солнца, наверное. Да? То есть это очень важно, тем более в наш нелегкий период, когда мы все с вами чаще расстраиваемся, чем радуемся. Поэтому давайте сегодня наполнимся этими положительными эмоциями от наших ребят, ну и пойдем уже с ними дальше по жизни. Спасибо вам.